До конца этого года все районы медучреждения оборудуют комнатами для комфортного пребывания матери и ребенка. В республике в рамках нацпроекта здравоохранения закупят оборудование для детских отделений всех районных больниц и детской многопрофильной больницы в Черкесске. О том, как поликлиники будут меняться, расскажет Али Баташев. Присаживается на стул, вот пеленальный стол, здесь влажные салфеточки, если нужно, наглядные пособия перед мамой. То есть она может кормить ребенка и в то же время получить какие-то знания по вскармливанию. Такой кабинет появился в медучреждении с 2018 года. Здесь можно не только покормить и переодеть ребенка, но и измерить его рост и вес, а также пройти звукореактивный тест, говорит медсестра. Каждый вторник и четверг медсестра Лидия Васильевна встречает маленьких пациентов и их мам. Дни здорового ребенка у нас вторник и четверг, поэтому здесь много бывает мамочек с грудными детьми. Ребенку, когда нужно покормиться, значит, она может в наш кабинет обратиться. У нас здесь вот есть место специально для кормления. С 2018 года мы участвовали в проекте «Бережливая поликлиника». На базе Ставропольской медицинской академии были проучены 5 врачей именно по проекту «Бережливая поликлиника». С этого года, с 2018 года, у нас организовано отделение медицинской профилактики, куда входит и центр здоровья, и кабинет здорового детства, кабинет матери ребенка, диспансерный кабинет. То есть это отделение занимается полностью профилактической работой. Крытая колясочная украшает вход в учреждение. Открытая регистратура. Очередей в этот день не было. Большинство посетителей поликлиники пришли по предварительной электронной записи. Удобно и очень экономит время. Лучше стало, потому что раньше записи когда не было по времени, тогда все по живой очереди, это было очень сложно. Особенно, когда все приходят утром, когда кому-то на работу, кому-то в садик, и все пытаются успеть в одно время попасть. Тогда, конечно, было сложновато. Сейчас, когда уже стали время назначать, тогда уже легче. По комфортному пребыванию. Вы вот можете посмотреть, у нас везде установлены пристенные сиденья. Ну, то есть, что возможно в наших условиях. Холла у нас больших нет. Вот. А так, чтобы для ожидания, коридоры узкие достаточно, для ожидания врача, значит, чтобы не стояли и так далее с детьми, можно посидеть. Телевизоры у нас установлены вот на 5-м этаже, на 1-м этаже. То есть, если ожидают, пожалуйста, можно посмотреть телевизор, там мультики и так далее, что для ребенка. В текущем году на развитие детского здравоохранения республики в рамках нацпроекта здравоохранения выделено 44 миллиона рублей. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаево-Черкесия.